футболистам Севастополя, которые после удаления смогли найти в себе силы, да, получили какой-то такой дополнительный заряд эмоций, смогли забить гол. Но ничем эта атака гостей не увенчалась. Но Рединов. Здесь Талмасов, но выигрывает в итоге это единоборство Хомич. Сброс на Харченко. Харченко! Не дошла передача. Перехватили на Максимова. Максимов здорово там открывал. Ясинович. Харченко. И здесь ошибка в передаче. Не добирается Харченко до мяча. И посмотрите, Чимбаров какой проход. Удар по воротам и 1-0. Выводит Чимбаров, да, если не ошибаюсь. Видели мы уже чуть ранее сегодня в игре, когда подобный, в принципе, штрафной был разыгран. Там Ситников забегал. Посмотрим, что сделают Евпатрицы сейчас. Но Ситников руку не поднял. И Нуридинов заброс в штрафную. Получился он неудачным на подборе. Сам же Нуридинов и теряет мяч. Пройти себя Литвинов. Хомич! Хомич не догоняет все-таки мяч. Там Муслимов на Литвинова. Литвинов не успевает добраться до мяча. Первым оказывается голкипер. Павлов. Чимбаров. Передача на Авраменко. Авраменко снова низом на подключающегося Павлова. Рединов. Рединов. Удар с дальней дистанции. Неудачно отбивает мяч Тимофеев, но остаются. Так. Васинович. Заброс на Ситникова. Ситников в штрафной площади. Прострел и не дотягивается Хомич немного до мяча. И строго, да, наверное, так будет правильно сказать. Строго играет в обороне, не позволяет. Харченко. И удар от Литвинова. Едва так не залетел мяч в створ ворот. 20-й Авраменко, 9-й Хрущев, 15-й Чимбаров. Юрий Гетиков, главный тренер, заброс в штрафную Кафы и успевает Талмасов, не позволяет Хомичу здесь добраться по среднему росту выше своих оппонентов. Харченко на подборе. Удар по воротам, но мяч прошел рядом со штангой. Какая ошибка от вратаря, может стать она и роковой. Харченко бил поворотом и Чимбаров. Авраменко. И подача. И готов помочь своей команде. Нуридинов заброс в штрафную. Там Ануфриенко до мяча дотягивается. 9 метров. Нуридинов. Удар низом, но не проходит. Он сквозь чистокол ног. Добивание снова от Нуридинова. Остаются Евпаторийцы с мячом. Харченко заброс. Не дотягивается до мяча. Голкипер. И положение вне игры. Положение вне игры фиксирует боковой. Тут же Евпаторийцы отправились спорить с лайнсменом. Но положение вне игры было зафиксировано. Челядник пролетает мимо мяча и снова дарит его Чимбарову. Чимбаров в штрафной площади. Передача на дальнюю. Здесь Авраменко не очень удачно. Здесь, конечно, бить уже тяжело. Но вот отсюда Рожков пробил неплохо. А так могла получиться быстрая и интересная атака у Евпаторийцев. Но, возможно, получится сейчас. Харченко. Подача в штрафную. Здесь Пронкин. И не сумел подстроиться под мяч. А так все здорово было сделано. Здорово и Пронкин забежал. Юдин. Рядом Максимов. Он мяч и получает. Снова Юдин. Максимов. Подача в штрафную. Даже, вы знаете, похоже на удар оказалось. Юдин. Пронкин остается с мячом. Нуридинов.
Нуриддинов забегает там Войтенко, получает передачу Войтенко низом, здорово! И сравнивают счет хозяева поля. Николай Хомич забивает этот гол. Отметим классное подключение Войтенко. Ну и повторицы совершенно не согласны даже на ничью. Это видно по настрою. Потому как даже особо и не праздновали здесь свой успех. И повторится, а вот здесь снова может получиться опасно. У ворот хозяев Алексеев. Ануфриенко. Еще один заброс штрафную. Здесь Ситников оказался наконечником. Юдин остается с мячом. Муслимов против него. Ануфриенко. Еще одна подача в штрафную, и в итоге мяч оказывается в руках у голкипера. Он тут же начинает контратаку своей команды. Чембаров. Рожков. Чембаров. Чембаров у штрафной площади, уже внутри штрафной. Прострел на дальнюю, здесь Ануфриенко. Рожков на подборе, бьет поворотом Рожков, и посмотрите... Какой красавец гол залетает в ворота Евпатории. Буквально на последней добавленной минуте. Рожкова, конечно, поздравим с таким классным ударом.